Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня буду жарить баклажаны и обмазывать ореховым соусом. Меня давно это просили, решила сегодня приготовить. У меня здесь баклажаны, 200 грамм болгарского сладкого перца, 3 зубчика чеснока, кориандр 1 вот такая чайная ложка, уцхосунели 1 чайная ложка, острый перец 1/2 чайной ложки, зафрана бархатцы, ну и соль по вкусу, 3 столовые ложки уксуса, у меня яблочный, 3 столовые ложки кипяченой холодной воды и 200 грамм орехов. Это все я потом буду смешивать отдельно, пока буду жарить баклажан. Баклажан мы должны очистить, как обычно. Будем резать вот так вот длину тонкими полосками. Вот примерно вот так вот. Вот такого вот. 5 миллиметров. Толще не делайте. Баклажаны я порезала. Я их солить не буду. Сейчас я эти баклажаны буду обжаривать на сковородке. Пусть разогреется сковородка. Порежу вот этот сладкий перец. Уберу вот эту ножку. Вот эту отрежу, чтобы легко было укладывать на сковородку, чтобы ровно было. Вот так вот. Сладкий перец тоже очень вкусный с орехами. Я вообще люблю блюда с ореховой заправкой. Полезно, ну и вкусно, конечно. Все, я начинаю обжаривать. Сковородка очень хорошо разогрелась. Чтобы не плавало в масле, я облила немножко. И сверху тоже побрызгаю немножко. Несколько капель. Этого достаточно. Пусть обжаривается. Я сейчас в блендере прокручу орехи. Чеснок порежу. Засыпала орехи. Кориандр молотый, 1 чайная ложка, уцхосунели молотый, 1 чайная ложка, красный перец, вы можете аджику, зафрана желтый цветок, 3 столовые ложки яблочного уксуса, 3 столовые ложки воды, соль. Если понадобится, добавлю. Ну, сейчас я погружным блендером это все измельчу. Очень сухая, мне пришлось добавить воду. Все. Я уже пожарила баклажаны и сладкий перец. Сейчас буду заворачивать с ореховой заправкой. Помажем на болгарский перец.
Мое видео закончилось. Я пожарила баклажаны и обмазала с обеих сторон ореховой заправкой. Пока баклажаны свежие, попробуйте, это очень вкусно. Приготовьте и наслаждайтесь. Спасибо, дорогие мои, что досмотрели мое видео. До новых встреч, друзья!